d'autres saisons, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Alors, je suis sur les aventures de Logan. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef autour aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu : pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui dirigeait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes pouvaient comprendre. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de garder le dessin du serpent bois ouvert ou fermé. Je m'intéressais plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. Нарисуй мне барашка. Нарисуй мне барашка. Ты чей? Что ты делаешь? Один в пустыне? Где твои родители? Нарисуй мне барашка. Ну, я не умею рисовать. Нарисуй мне барашка. Нет, мне не нужен слон в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое, и мне нужен барашек. Ну нет, этот барашек какой-то хилый. Он похож на муравья с четырьмя ножками. Нарисуй другого. Ты же сам видишь, это ведь не барашек, а это бегемотик в парике. Ну, а этот какой-то понурый и старый. Понимаешь, мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Вот. Ну вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, как тебе нужен. Здорово. Никто не предложит барашку, окрошку, шашлык или кашку. Никто не предложит картошки, лепешку, ладошку, горошка. Приходится мне самому щипать и глотать, что найду. Траву на лугу и кусты, случается даже цветы. Боярышник, розы, ромашки, приходится кушать барашку. А в сущности я не вредитель, а просто живу без родителей, бесхозный. Я весь беззаботный, голодный и жутко свободный. Настолько свободный, что страшно, уж лучше я был бы домашним. Как ты думаешь, а много ему надо травы? У меня дома всего очень мало. Да нет, я нарисовал тебе
совсем маленького барашка, к тому же уже накормил его. Ну, не такой уж он и маленький. К тому же он ведь еще будет расти. Ну, хочешь, я нарисую. Слышь, тихо, он уснул. А что это за штука? Ну, это не штука, это самолет. Он летает. А, ты упал с неба? Ну, можно и так сказать. Вот забавно. Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты? А ты, значит, прилетел с другой планеты, да? Ну, на этом ты не мог прилететь издалека. Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет в нем спать по ночам. Ну, будешь хорошо себя вести, так я нарисую твоему барашку веревку и колышек, чтобы ты его мог привязывать. Привязывать? Угу. А для чего это? Ну, как для чего? Если его не привязать, он пойдет и потеряется. Да куда же он пойдет-то? Ну, как куда? Все прямо да прямо, куда глаза глядят. А, ну это не страшно, ведь у меня там очень мало места. Моя планета вся той величиной. Вон с дюжину твоих самолетов. И если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь. Послушай-ка, а барашки едят кусты? Да, едят. Вот здорово! Так значит, они и баобабы тоже едят? Нет, баобабы они не едят. Потому что баобабы — это не кусты. Баобабы — это огромные деревья. Целому стаду слонов не съесть одного баобаба. Но ведь все баобабы сначала, пока не вырастут, бывают совсем маленькими баобабятами. Ну да, так-то оно, конечно, так. Только зачем твоему барашку есть маленьких баобабят? А? Как же? Ведь все растения бывают добрые и вредные. Но пока они маленькие, они все кажутся такими милыми и безобидными. Вот, например, если это будущий редис или тюльпан, то пусть его растет на здоровье. Но если это какой-нибудь чертополох или баобаб, надо вырвать его с корнем, как только узнаешь, пока он не проявил свой зловредный нрав. Если дашь волю баобабам, беды не миновать. Они завладеют всей планетой. Пронижут ее насквозь своими корнями и разорвут на клочки в борьбе друг с другом. У меня есть твердое правило. Встал поутру, умылся, оделся и сразу же приведи в порядок свою планету. Ночка, солнышко, клочок земли, воды, глоток. Все
Каждый день надо искоренять баобабов. Послушай, а если барашек ест кусты, он и цветы ест? То он ест все зеленое, что попадется. И что, он ест даже такие цветы, у которых шипы? Да, и такие, у которых шипы. А тогда зачем шипы? А шипы ни зачем не нужны. Цветы их выпускают просто из вредности. Вот как? Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные, и они всеми способами пытаются придать себе храбрости. А ты считаешь, что если бы цветы были бы... Я ничего не считаю. Сказал первое, что в голову пришло. Не видишь? Я занят серьезным делом. Серьезным делом? Угу. Но ты говоришь, как взрослые. Все вы путаете. Почему взрослые никогда ничего не понимают сами, и все им приходится растолковывать? Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это неважное дело? Понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от них нет никакого толку? Неужели это неважно, что барашки и цветы воюют друг с другом? А если я знаю единственный в мире цветок, и другого такого больше нигде нет, а барашек вдруг возьмет и съест его? Это все, по-твоему, пустяки? Если любишь цветок, единственный и неповторимый, этого довольно. Смотришь на звезды и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если барашек вдруг возьмет и съест его, это как если бы все звезды разом погасли. Для тебя все это пустяки. Ну, не плачь. Ну, хочешь, я нарисую твоему барашку намордник, а? А твоему цветку стеклянный колпак или оранжерею? Я еще совсем растрепана. Нет, вы прекрасны. Правда? Да. И заметьте, я родилась вместе с первыми лучами солнца. Не правда ли удивительно, сама изумлена? Прелестно, восхитительно, талантливо, умна. Какие чаши листики, какие лепестки, и плечики, и личика, и даже ноготки. Я чудо загляденье, прекрасней нет цветка. Достойна поклонения такая красота. Ведь это так естественно всем любоваться мной, заботиться и пестовать, и охранять покой. Я родилась принцессою, и все вокруг должны стараться, чтобы весело бежали дни княжны. Остановись мгновение, в восторге мир замри. Я дивное видение, волшебный сон зари. Я чудо загляденье, прекрасней нет цветка. Достойна поклонения такая красота. Ведь это так естественно всем любоваться мной, заботиться и пестовать, и охранять покой. Не правда ли удивительно, сама изумлена? Прелестно, восхитительно, талантливо, умна. Ну что ж,
Мне хочется пить. Могу ли я вам доверить позаботиться обо мне? Конечно. Ты что? Вода ледяная! Ты что, нарочно хочешь, чтобы я заболела? Ой, нет, что вы, сейчас я ее согрею. Ну, долго еще? Да не лей так много. Я же Роза, а не какая-нибудь там кувшинка. Послушай, а на твоей планете водятся тигры. Хотя не боюсь я их зубастых когтей. У меня есть 4 колючки. Но на моей планете тигры не водятся. И потом, насколько я знаю, они не едят траву. Я не трава. Простите, я хотел сказать, не едят цветы. Все равно. Тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. Мне холодно. Принеси мне шаль или шубу. Ну, очень неуютная планета. Ах, вот там, откуда я прибыла. Ну, так где же шаль? Не мог же вас не дослушать. Ну нельзя же быть таким неповоротливым. Все, я чувствую, что уже заболеваю. Ты что предлагаешь надеть мне вот эту вот тряпку? Да ни за что. Я лучше простужусь и умру. Возьмите мою курточку. Ну вот еще. Ты мне надоел. Отстань от меня и больше не приходи. Я бы ушел от нее, куда глаза глядят. Но они глядят на нее. Когда-то ты была другой, забытой всеми, одинокой и призраком единорога. Казалось, ты себе самой. Когда-то ты была и в степи, ты легкомысленно летала, и странным светом порождала ты нимф танцующих в ночи. Когда-то ты была Когда-то ты была.
Прощай, я улетаю. Прощай. Ну, прости меня. Я была глупая. Я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не понял, но это уже не важно. Ты был таким же глупым, как и я. Да убери свой плед. Он мне больше не нужен. Но ветер... Не так уж мне и холодно. Да не тяни. Решил уйти, так... Уходи. Не вернуть, не вернуть. Стало холодно и пусто. Ну и пусть, ну и пусть. Обойдусь без него, обойдусь без него. Мне не грустно, мне не грустно. Ну и пусть, ну и пусть. Ну и пусть. Мне не грустно, мне не грустно. А слезы в глазах — это просто соринки от ветра. Он ушел, ничего не сказав, не сказав. Без упреков, без вопросов, без ответов. Я сама ведь его прогнала, прогнала. А теперь мне его не хватает. Я была не права, ах, как я не права. Но уже ничего не поправить. Не вернуть, не вернуть. Стало холодно и пусто. Ну и пусть, ну и пусть. Обойдусь без него, обойдусь без него. Мне не грустно, мне не грустно. Ну и пусть, ну и пусть. Ну и отеческой рукою веду я свой народ. Не знаю, далеко ли, но прямо и вперед. Ведь он, народ, не может бродить сам по себе. И коль не я, то кто же быть должен во главе? Я править предназначен, для этого рожден. По мне с рождения плачет корона, царский трон. Я мог бы стать тираном, но с детства демократ. Все развитые страны признали этот факт. Мое величество король, да здравствует король. Мое величество король, да здравствует король. Проблема лишь в народе, он не вполне готов к законам и свободе. Наломает дров, придется у кормила мне постоять, пока общественность просила не покидать поста. Мое величество король, да здравствует король. Мое величество король, да здравствует король. Мое величество король, да здравствует король. О, а вот и наш подданный, вот и наш подданный. Ну, подойди ко мне, я хочу тебя рассмотреть. А почему ты один и без присмотра? Так, что такое? Этикет запрещает, малыш, зевать в присутствии монарха. Я запрещаю, мы запрещаем тебе зевать. Извините, просто я долго был в пути и совсем не спал. Да? Мне это даже интересно. Тогда приказываю тебе зевать.
Это даже интересно, давно никто не смел при мне зевать. Приказываем зевать! Извините, но мне больше не зевается. Я не умею зевать по приказу. Да? Ну, тогда мы тебе приказываем то зевать, то не зевать. То зевать, то не зевать. И учти, малыш, согласно тому же этикету, ты должен ко мне обращаться, Ваше Величество, и никак иначе. Ваше Величество, а могу я присесть? Ваш этикет этого не запрещает? Запрещает, но мы приказываем садись. Ваше Величество, да. Могу я вас спросить? Приказываем, спрашивай. Ваше Величество, а чем вы правите? Всем. И всем этим вы правите? Да. И звезды вам повинуются? Ну, конечно, куда они денутся? Звезды вообще мне подчиняются моментально и беспрекословно. Ваше Величество, пожалуйста, повелите солнцу закатиться. Я так люблю любоваться на закатное небо, когда бывает грустно. Вы знаете, однажды на своей планете за один день я видел закат 43 раза. У меня дома достаточно сделать несколько шагов, чтобы снова увидеть заходящее солнце. Малыш, 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 погоди. Не торопись. Вот здесь я прикажу своему генералу... Зашла лосница! Порхать с ветки до ветки. Что? Или написать поэму. А у него, малыш, по какой-то причине это не получится. Кто будет виноват? Я. Вы, Ваше Величество. А, малыш, говорить такие вещи королю не имеет права никто! Только сам король! Да здравствует король! Хотя, по сути, ты прав. Что? Вот если я прикажу срубить голову своему генералу, ничего не изменится. С каждого малыша нужно спрашивать только то, что он может дать. Ура! Ура, ура! Да здравствует Ваше Величество! Да. Наш любимый народ, а я ваш любимый генерал, я вас приветствую и хочу взаимности услышать. Спасибо, я тронут, благодарю. Генералом быть непросто, слишком близко к королю. Все внезапно, быстро, остро, то люблю, то зарублю. Да регалии, парады, привилегии, то сё. Ты орёл и триумфатор, а на завтра вдруг осёл. И уже во всём виновен, и срывают ордена. И уже ты не сановник, и казна отделена. А когда король не в духе, лучше ноги уносить. По дворцу гуляют слухи, может, я там угостить. Ага, ну, теперь с нами наш народ. А это наш любимый король. Ну, приветствуйте вашего любимого короля. Спасибо, спасибо. Я влиятельный сановник, все приходят на поклон. Деловой и уголовник всяк приносит свой резон. В целом я довольно мирный и незлобный генерал. Но люблю подарки фирмы, дачи, фонды, а тачки нал. Отлучение от места вряд ли я перенесу. Но потом опять воскресну на ответственном посту. Переменчивы фортуна, настроение короля. Я слежу за конъюнктурой, извлекаю прибыля. Его величество король, да здравствует король. Его величество король, да здравствует король. Вот что, ну вот ты мне можешь сказать, ну вот как я могу работать вот с этим генералом? Как я могу работать с этим генералом? А почему вы должны с ним работать? Ну, а где я возьму другого? Где я возьму? Так о чем я говорил? Ах, да! Я монарх просвещенный. Платон мне друг, и Аристотель тоже. Ну, конечно, конечно! И с Вольтером мы переписываемся. Вы редкий король, а как же заход солнца? Заход солнца? Да будет я, малыш, заход солнца! Я только прикажу солнцу зайти! Зайди! Только дождусь благоприятных условий.
И когда же они будут благоприятны? Благоприятные условия, пожалуйста, малыш. Благоприятные условия произойдут. Конечно. 7:40, и тогда ты, малыш, поймешь, как моментально и беспрекословно выполняются мои приказания. Но ведь это же будет только через час. Малыш, малыш, ну почему это тебя так взволновало? Ведь ты этот час проведешь в беседе с самим монархом, с самим королем, ты понимаешь? Ты получаешь привилегию беседовать с самим королем. А я уже устал, малыш, я устал играть самим собой и не получать наслаждения от победы в споре. А спор, малыш, спор, это такая великолепная вещь, особенно когда предмет спора, один из них, а спорящих знает вдоль, а другой поперек. А о чем мы будем спорить? Ну, вы знаете, вообще-то я не очень люблю спорить. Да? Хотя говорят, что в спорах рождается истина. Ничего подобного! Истины вообще не рождаются, они только медленно так и умирают. Да! А спор! Бесконтактная форма драки! Как же в вашей политике все запутано? Да, ну вот как ни странно, вот правда. Знаю, раньше было, малыш, все проще. На чьей стороне сила, тот и прав. Пространство ошибся! Ну прекрати. Что так? Малыш, должен тебе признаться. Ты мне понравился. Я понимаю, что тебе можно доверять. И знаешь почему? Ты имеешь смелость спорить с самим королем. Пожалуй, я тебя назначу министром. Что? Министром чего? Ну, министром финансов, например. Нет, только не финансов. Да? Простите. Да, вот прав он. Ты знаешь, вот финансы – это вещь очень тонкая, интимная. Она не выносит света. Сколько в нем нюансов, колесиках, кулис. Нас окружает тайна, пустой сакральный враг. Незримые внушаем благоговейный страх. Незримые внушаем благоговейный страх. Махинаций и хитроумный схем. Бюджетное корыто, наезд откат кредит. Офшоры шито крыто, закладка пирамид. Бюджет навар проводки, прокрутки черный нал. Подставы и разводки, отплыв на капитал. Да здравствуют финансы. Фиктивные балансы, конкретный профицит. Да. Ваше Величество, вы, как всегда, правы. Дальше. Финансы – дело тонкое, интимное. Да, поэтому не будем подвергать это юное существо, так сказать, опасности. И назначим его, может быть, простите за дерзость, я предложу другим министрам. Не тяни. Я предлагаю назначить его другим министром и министром культуры. А что это мысль? Понравится. И вы одобряете. Да, одобряю. Великий король всей вселенной. Веду в курс дела. Итак, большой фронт работы. У нас, знаете, тут просто заросли дико растущей культуры. Да, просто джунгли. Ага. Вот смотрите. О, наконец-то. Взгляд кто-нибудь культовый и непревзойденный. Да. Вот. А вон там
Звезда и гений сидят. Ага. Ага. Да. А простой талант зарыть уже негде. Да. Земля просто нашпигована ими. Вот такая плодотворная почва у нас. Прошу вас, прошу, да. прошу. Так вот, так вот. Прошу. Чему я веду свою мысль скоропостижную. Да. Надо ее, да. эту культуру, ага. это приручить, упорядочить и направить. Ваше Величество, Ваше Величество. Пусть он распределяет солнечные местечки, там, места для полива, подкормку. Ну, сеет, сеет. Разумное, доброе. Так, окучивает грядки талантов, пропалывает грядки гениев. Ага. В общем, стрижет газоны. А? Ну, мы вышли из народа, из тулупа, из шинели, и пошли мы безвозвратно, стали страшно далеки. Он доволен, что мы вышли из него, как раз мы тоже. Мы друг другу не мешаем, и симпатия растет. Мы уже не лыком шиты, и лаптями не хлебаем. И аршином не умерить наш особый путь и стать. И теперь уже снаружи. Министром давно кореша продвигаем проект не спеша, контролируем телеканалы, лепим гениев для барыша. Кто храпит крю-крю в берлоге, кто ревет, как зверь белуга, кто так каркает, курлычет, всяк свой голос подает, ибо надо стать заметным и звучать как можно громче, чтобы слышал постоянно наш кормилец, наш народ. Он народ всему источник и, само собой, затычка. Наш народ универсальный, оборотистый народ. Он народ не только почва и ко всем замкам отмычка. У него на все привычка есть, замайте нас звучать. И отмычки от всего есть, если вдруг оно пропало. Когда б вы знали, из какого ссора мы лепим звезд, не ведая стыда. На наших фермах кучи комбикорма и прочего, и тучные стада. Да! Итак, талант номер раз. Ваше Величество, художник, концептуалист. Да. И он уже здесь. Входите, пожалуйста, он обожает аплодисменты, кстати. Ага, спасибо, спасибо, народ. Аки стрела, молодец. В нашей грамотной стране пишут даже на стене. Вот и я пишу картины, черти чем и черти где. Что не важно, важно как подать
искусство акт. А такой худой. Да. Ну, что, неплохо, да. Да, ваше личное, да. Теперь абсолютно другой, да. Художник. Да. Ну, впрочем, о себе он все скажет сам. Да. И говорит уже о себе. Люби, мама. А я совсем другой художник. Последний в мире реалист. Не поколеблет мой треножник. Какой-то там авангардист. И я весь пропитан русским духом. Плакал. Дальше. А ваше место, теперь человек, да. В головной коробке которого гигантское количество слов и гигантское же количество на них рифма. И он их все время рифмует и думает, что в этом есть какой-то смысл. Впрочем, давайте послушаем. Может быть, действительно есть. Итак, послушаем. Поэт, ну, давай, постмодернист, простите меня, космические силы. Да. Валивайтесь уже, валивайтесь. Ты мила, капли на стекле слегка блестели. Душа горела, на столе лежало тело. Оно лежало и спало, как на постели. Лежало твердо и могло проспать. Туман соблазна, шептали тени из угла, оно согласно. Светало, листья за окном зашелестели. Я пробудился за столом, а не в постели. Светала, что-то мы видим. Только светала. Да. Вот так вот. Да. Я думаю, что визуальным рядом он хотел углубить мысль свою, да, поэтическую, да, но, по-моему, да, только запутал, да? Вот. Но ничего, ничего, ничего. Сейчас искусство, понятное буквально всем, потому что его произведения видны буквально с соседней галактики. Да-да-да-да! Скульптор, ваше величество, масштабный и державный, и он уже здесь. Тихо! Входите, пожалуйста. Все мои замысли всегда столь грандиозны, озны, озны. Колод Родовский просто мальчуган. Во всей вселенной вряд ли хватит гронцы, гронцы, бронцы. Приходится воять из чугуна. Я поступаю просто щедро, скромно. В дар городу шедевр преподношу. А ночью разгружаю эшелоны и водружаю дар, где захочу. А после мэрия, конечно, обсуждает, тает, тает, принят ли дар и где установить. Но оценить затраты понимает, мает, мает, дешевле манумент не шевелить. Браво! Браво! Ну, ну! Апофигей нашего, так сказать, искусства, даже не нашего, а вселенского искусства, и она уже здесь. Это
Да, да, полный визуальный, это... полный визуальный отпад. Да, да. Она. Да, блондинка она, среди всех, она, всех, она, всех, да, блондинок. Да, это да. Она. Итак, да, не буду вас томить, не буду вас так. томить. Звезда всех космических телеканалов. Да. Теледива. Дочь тусовки и богемы, я секс-символ и эмблема. Я в обойме, я в формате, на обложках, на плакатах. Я талантами богата, меня мохнатый папа. Личная фигура, вип-персона, креатура. Я звезда, я звезда телеканала. Я болтаю, что попало. Спасибо, мы вам позвоним. Мальчики, за мной! Я звезда! Я не знаю, кто вы, я знаю, что я звезда! Вы не говорите мне ни слова, не подходите ко мне! Молчать! Сибирнет! Простите, простите, простите! Вы что? Вы что? А, опять нанюхались, да? Этой демократии! Где вы только достаете? Вот туда, направо повернулись, направо бездарности, направо. Туда, направо туда и бегом, бегом отсюда, арш. Так, простите, ваше величество, культура такой неуправляемый организм, механизм. Ну вот, малыш, видел ты всю нашу культуру, берешься за нее, ваше, за нашу культуру. Ваше величество, с культурой я не справлюсь. А почему вы живете в одиночестве и где ваши подданные? Малыш, я живу не в одиночестве. Да. Я, можно сказать, нахожусь наедине с самим собой. Ого. Даже более того я скажу. Обилие придворных, оно расхолаживает, оно развращает монарха. Настоящий король должен быть один. Браво. Браво, ваше величество, браво. Да. Усугублю вашу глубокую мысль. Усугублю. Стихами, да, ваше давай, величество. Давай, давай, быстрее, не тяни. Усовершенствуя плоды любимых тум, не требуя наград за подвиг благородного. Ваше величество, вы знаете, с вами очень интересно, но мне пора, я пойду. Эй, нет, 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 нет и нет. Как раз ты мне не мешаешь, малыш. Он мне как раз и не мешает с тобой. Ты прекрасный собеседник, малыш. Ты, он прекрасный, замечательный. А как ты слушаешь? Как ты слушаешь вдохновенно? Это же одно удовольствие с тобой общаться. Я просто не знаю. Ну, малыш. Вы знаете, а мне как раз в голову пришла одна очень хорошая мысль. Наверняка она моя, просто она немножко заблудилась. Наверное. Ваше величество, пожалуйста, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть подходящие. Вот эта мысль, она точно не моя, потому что она мне не нравится. Малыш, ну, малыш, малыш, ну, и я посылаю тебя, малыш, туда... Вот послом, куда ты направляешь? Малыш. Я... Малыш. Рад стараться, ваше величество. Ваше величество. Я. Вы, малыш. Что? Антракт!
Знаете, какая у вас забавная шляпа. Ну да, это чтобы останется, когда меня приветствуют. К сожалению, сюда никто не заходит. Вот как. Похлопай ко мне в ладоши. Похлопай. Почитатель. А как это почитать? Почитать? Это значит признавать, что на этой планете и я всех красивее, всех наряднее, всех богаче, а главное, всех умней. Так ведь на твоей планете больше и нет никого. Больше никто и не нужен. Да, эти твои короли честолюбец забавные типы. Так вот мне их жаль, тщеславие страшной болезни. Послушай, а почему люди не могут быть такими, какие они есть? Почему они так стараются казаться, прикидываться? Да они обманывают всех и даже себя. Ну, наверное, они хотят, чтобы их любили. А что, для этого обязательно обманывать? Да нет, конечно, но иначе-то надо быть достойным любви, а оказаться проще. Проще? Понимаешь, люди – стадные существа. Тысячелетиями они сбивались в стаи, чтобы выжить, чтобы избавиться от страха. И теперь одинокий человек чувствует себя неуютно. Он изо всех сил старается выделиться из толпы, чтобы казаться себе сильным. Мне казалось, что нужны друзья для того, чтобы помогать им и чтобы делиться с ними своими радостями. Да, чтобы помогать другим. На твоей планете люди выращивают в одном саду тысячи роз и не находят того, что ищут. Да, они сами не знают, что ищут и зачем им это нужно. Они бросаются из стороны в сторону, хватают то это, вырывают друг у друга. А ведь то, что они ищут, можно найти в одной единственной розе, в роднике. В глотке воды. Да, пить очень хочется. Да я же не об этом. Мне очень нравится твоя улыбка. Она для меня как тот самый глоток воды. Знаешь, у меня есть сын. Я его давно не видел с тех пор, как они с его матерью уехали в другую страну. Знаешь, мне очень хотелось бы, чтобы он был похож на тебя. Вы обязательно встретитесь. Да. Когда-нибудь. Между мной и тобой облака, облака. Все, что было бедой, превратилось в полет лебединый. Белый клин, голубая река, берега. Далеки, молчаливы, медлительны льдины. Бирюза, белизна, исчезают следы на воде. Жизнь
оказалось, что мы неделимы. Ткань тонка, тишина, даль впитала порыв лебеди. Впереди океан нелюдимый, великий, единый. Между мной и тобой облака, облака поглощает прибой. Голос флейты, голос кларнета, но мелодия льется печально чиста. Не прошло, но сбылось, и пульсирует жилкою света. Береза, белизна, исчезают следы на воде. Жизнь, возможно, без нас, оказалось, что мы неделимы. Ткань тонка, тишина, даль впитала порыв лебедей. Впереди океан, нелюдимый, великий, единый. Ты знаешь, а сегодня ночью исполнится ровно год с тех пор, как я попал на землю. Это место где-то неподалеку. Только тогда было темно. Как у меня ноет зуб мудрости. Здравствуйте. А на какую это планету я попал? На Землю. Ой, как меня одолевает бессонница. А почему здесь нет людей? Это пустыня, Африка. Здесь люди не живут. Ой, ой, я уже кожей чувствую шелест перемен. Какая-то странная планета. Вся в песке, колючках. А и солнце какое-то тусклое. Да это же не солнце, а луна. А черно-белым тебе все кажется, потому что ты чем-то опечален. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, для того, чтобы каждый рано или поздно смог отыскать свою. Ах, мальчик. Каждая звездочка — это большое солнце для своей планеты. Оно дарит свет и тепло. А я поссорился со своим цветком. Так цветы, это что? А, цветы! Так это же игра! Ой, игра взглядов и воображения. Ну вот из моего раннего. Мелькнула паутинка, блеснула на солнце. Ну, в общем, и пропала. Но след остался. Да ты не грусти, верь. В жизни нет потерь. Одни приобретения. Особенно теперь, когда ты сам потерян. Да не теряй надежды. Да я и не теряю. Ну, где же люди? В пустыне так одиноко. А, впрочем, среди людей тоже одиноко. Ах, как я не люблю людей. Они всюду суетятся, галдят. Они так топают и шаркают, что дрожит земля. У меня начинается головная боль. Я становлюсь нетерпимая, раздражительная, что могу даже ужалить. Вот, видишь, да? Вот поэтому люди меня и боятся. Ой. Да разве ж ты такая страшная? Я же вижу, ты добрая. Кто, я? Я добрая? Испугался? Да. Я добрая. Я очень добрая. Садись. Я ведь, понимаешь, вынуждена казаться злой и агрессивной. Казаться злой и агрессивной. Для самозащиты. А так сама по себе я не кусачая. Просто не надо хватать руками, топтать ногами и тыкать палкой. Послушай, а ведь ты наверняка знаешь много интересного. А у тебя есть тайна? Тайна? Тайны нет.
Но я расскажу тебе легенду, живущую в этих местах с незапамятных времен. Под небом синим в краю химер живет в пустыне безмолвный зверь, огромный, сильный. Огромный, сильный, но тих и строг, запрет на имя, он древний бог. Огромный, сильный. Запрет на имя, он древний бог. Бога рожденный повелевать, он рос как львенок, любил играть. Огромный, сильный, был добр, доверчив, любил людей и каждый вечер катал детей. Огромный, сильный, но насмотрелся за тьму веков на изуверство и дураков. И стал он грустным, и стал он грустным, устав от свинств, и скрылся в пустынь предания сфинкс. Грустный, и стал он грустным, устав от свинств, и скрылся в пустынь предания сфинкс. Столько видел и столько знал, застыл, как идол, скалою стал. Огромный, грустный, с тех пор до ныне вдали дорог живет в пустыне печальный бог. Грустный, огромный. Вот такая история. Да, грустная история. Ой, не говори. А где найти этого сфинкса? Я бы хотел с ним поговорить. Он наверняка очень мудрый. О, знающий не говорит, а говорящий не знает. Наверное, он настолько мудрый, что уже вообще не разговаривает. Это ты чего делаешь? Ну? А ты умеешь летать? Я? Конечно, все рождены летать, только не все об этом знают. Не каждый осмелится шагнуть с утеса и взмахнуть крыльями. Ой, как мне жаль тебя, а? Ну ты так чист, наивен и доверчив, но ты совсем беззащитен среди людей. Ты знаешь, а мне все время кажется, что везде, где я есть, я лишний. А значит ли это, что где-то меня не хватает? Конечно, конечно. Тебя где-то очень-очень не хватает. Ты там просто необходим. Где они? На каком дереве эти цветы, не знаю. Но ароматом повеяло. В тот час, когда ты пожалеешь о своей покинутой планете и захочешь вернуться, я сумею тебе помочь. Не правда ли удивительно? Сама изумлена. Прелестно, восхитительно. Талантливо, умна. Какие чаши листики, какие лепестки. И плечики, и личика, и даже ноготки. Я чудо загляденье. Принцессою, и все вокруг дома.
что я божественна и восхвалять тобой. Я чудо загляденье, прекраснее цветка, достойна поклонения такая красота. Остановись мгновенье, восторный мир замри. Мы дивные видения, волшебный сон зари. Не правда ли удивительно, сама изумлена, прелестно, восхитительно, талантливо, умна. Здравствуйте! Привет! А кто вы? Мы розы, королевы цветов. Вы все королевы? Все! А я думал, что она одна такая! Какая? Привет! Здравствуйте. Я здесь. Привет. А ты кто? Я лис. Какой ты белоснежный. Никакой не снежный, а нормальный. Ой, лис. Подожди, подожди, давай поговорим, мне так грустно. Я не могу с тобой говорить, я не приручен. Я дикий. А как это приручить? Что ты здесь ищешь? А я ищу людей. А... У людей есть ружья, собаки, они ходят на охоту. Это очень неудобно и неприятно. Правда, они разводят кур. Только этим они хороши. Ты ищешь кур? Нет, я ищу друзей. А как это приручить? Ой, ну это давно забытое понятие. Мне о нем рассказывала бабушка. Оно означает... Оно означает приучить к рукам, сделать ручным, заручиться поддержкой и... Приходить на выручку. Ручным? Вот именно. Ой, ну... Ты пока всего лишь для меня маленький мальчик, точно такой же, как сотни других мальчиков. И ты мне не нужен. Да я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лис, точно такой же, как сотни других. Если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты станешь для меня единственным в целом свете, и я для тебя буду один в целом свете. Я начинаю понимать, была одна роза. Наверное, она меня приручила. А, очень может быть. На земле чего только не бывает. Ой, это было не на земле. Ты где же? На моей родной планете. Сразу понял, ты не здешний. А на твоей планете есть охотники? Нет. Здорово. А куры, куры есть? Нет. Нет в мире совершенства. Однообразная у меня жизнь. Я охочусь за курами, люди охотятся за мной, а куры все одинаковые. Да и люди все одинаковые. И живется мне одинаково одиноко. И скучновато. Если ты меня приручишь, моя жизнь луна солнцем озарится, наполнится радостью. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но звук твоих шагов я стану различать среди тысяч других. Они будут звать меня точно музыкой, я выйду из своего убежища к тебе навстречу. Пожалуйста, приручи меня. Ой, я бы рад, но у меня вряд ли получится. И потом у меня так мало времени. А что для этого надо делать? А надо запастись обаянием и терпением. Угу. Так, сперва, сперва. Что же сперва?
А, садись поодаль, тут садись. С интересом посмотри на меня, осторожно улыбнись. Ну, я буду на тебя искоса поглядывать, а ты смотри и доброжелательно улыбайся. Но с каждым днем садись немного ближе и улыбайся все смелее, ты обаятельнее, у тебя получится. Можешь принести мне курочку? Ну, это за нужно к симпатии. Не, я, конечно, откажусь. Мне будет приятно. Я перестану тебя опасаться, начну доверять. Хорошо, давай попробуем. Приходи, я буду тебя ждать. Считай, что ты меня приручил. Только приходи всегда в один и тот же час. Например, если ты будешь приходить в 4 часа, уже с 3 часов я буду чувствовать себя счастливым. И чем ближе будет назначенный час встречи, тем счастливее я буду. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. А вдруг ты не придешь? Ну, а если ты приходишь неизвестно когда, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обычаи. А что такое обычай? Мы лисы, воруем кур. Так я соблюдаю древние обычаи моих предков. Ну ведь как? Мой отец таскал кур. Отец моего отца таскал кур. Отец отца моего отца тоже таскал кур. Так кто же мне теперь переходить на травку и морковку? Ну как прожить без курочки? Совсем никак нельзя. Лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка остались от меня. Ну как прожить без курочки? Никак нельзя. Лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка остались от меня. Известно всем, что курица не птица, не страус, даже шея коротка. Она, по сути, пища для лисицы, и в этом смысл ее как существа. А люди полагают почему-то, что куры исключительно для них. Присвоили и кроликов, и уток, но все же аппетит их не утих. А как прожить без курочки? Совсем никак нельзя. Лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка остались от меня. Ну как прожить без курочки? Совсем никак нельзя. Лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка остались от меня. С тех пор как Homo sapiens голодный на земли наших пращуров пришел, развел костры, поля и огороды, собак и много вредного еще, и объявил себя царем природы, стал угнетать всех вдоль и поперек. Ушел в подполье лис, народ свободный, стал сторониться сел, костров, дорог. Ах, как прожить без курочки? Никак нельзя. Лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка остались от меня. Ну как прожить без курочки?
никак, никак нельзя, нельзя, нельзя. Лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка, лишь косточки да шкурочка остались от меня. Лишь косточки да шкурочка остались от меня. И потом мы, лисы, мы же спасаем кур от рабской доли, от произвола людей, это благородная миссия. Я понимаю, что люди сильно насолили вам, но ведь если я теперь тебя приручил, и мы будем заботиться друг о друге, то ведь теперь ты сможешь обойтись без набегов на курятники, правда? Ну это вряд ли. Ну, конечно, можно попробовать. Чего не сделаешь для друга? И потом, бабушка, как ты говорила мне, что когда-нибудь лисы будут жить с людьми в мире, как живут с ними собаки, ренегаты. А что такое ренегаты? А я не знаю, мне просто слово понравилось. А знаешь, мои сородичи сторонятся меня. Почему? Ну, потому что не такой, как все. Белый. А почему ты стал белым? Я таким родился и остался, и бабушка моя была белой, и дедушка мама тоже была белой. А мне кажется, что все лисы должны быть такими, как ты. Правда? Да. Ну, они так не считают, они все гордятся тем, что они рыжие. Рыжие лисы как-то даже некрасиво, да? Рыжие лисы странно. Ты знаешь... Сегодня ночью исполнится ровно год с тех пор, как я попал на Землю. Ой, да ну, где вы? Мне пора возвращаться на мою планету. Как? Жаль. Я буду грустить по тебе. Но ведь ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Но ты будешь грустить? Буду. Значит, тебе от этого плохо. Да ну нет же. Ну это же от полноты чувств. Когда позволяешь себе приручить, иногда случается и плакать. Я буду скучать по тебе, но меньше, чем до нашей встречи. На прощание открою один секрет. Его поведала мне бабушка. Люди забыли эту истину, но ты помни. Ты в ответе за всех, кого приручил. За всех? Ты в ответе за меня. Ты в ответе за свою розу. Твоя дорога ждет тебя, и роза твой цветок. Ступай, мой друг, теперь я уже не одинок. Я буду думать о тебе, желать тебе добра. Теплей, теплей, чем был вчера. Но ты в ответе за того, кого ты приручил. Ведь он доверился тебе и душу всю открыл. Thank you.
пойди взгляни на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. Прощай. Прощай, мой друг. Я чудо загляденье прекраснее цветка, достойно поклонения такая красота. Остановись на мгновенье, восторги мир забыл, мы дивные видения ваше место зари. Не правда ли удивительно? Восхитительно, талантливо, умно. Вы ничуть не похожи на мою розу. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Да, вы красивые, но ради вас не захочется умереть. Ой-ой, нет-нет, постойте! Постойте, вы же не виноваты. Просто вы земные, а она неземная. Она моя. Свеча горела, раздвинув иней на стекле. Надежда пела, вплетая детский голос свой в хорал метели. Она манила за собой, и мы летели. Царство снов легко и слепо, сквозь петли холода и тьмы в апрельский лепет, едва очнувшейся листвы и ливни лета. В разлив лазури над рекой, в край лебединый и напоенные грозой кусты жасмина, цветы роняли лепестки, листва редела, ослепло зеркало реки.
последним всхлипом фитилька стекает тени. Все, что ты рассказываешь, очень интересно. Но я так и не починил свой самолет, и у меня не осталось ни капли воды. А лис, с которым я подружился... Милый мой, мне сейчас не до лиса. Почему? Да потому что я просто умру от жажды, если не починю свой самолет. Хорошо, когда есть друг, пусть даже надо и умереть. Он не понимает, насколько велика опасность. Его не мучает жажда, ему достаточно солнечного лучика. Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем родник. Тебе известна жажда? Вода бывает нужна и сердцу. Пойдем. Пустыня повсюду, пустыня. Ни деревца нет, ни цветка. Хотя бы колючки, руины, но нет, только волны песка. Остались последние капли на донышке фляги пустой. Закончились игры, спектакли, все стихло, мерцает росой. В пустынях своих одиночеств придем наугад по пескам, но где-то таится источник, он должен быть здесь или там. Источник живительной влаги, окно в чей-то родственный мир. Там за барханом оазис следов уходящих пунктир. Было ровно год назад. Да, только в другом месте. Конечно. Сегодня ночью я приду туда и буду ждать тебя. А у тебя хороший яд. Ты не заставишь меня долго мучиться? Вода! Вода! Я нашел! Что тебе вздумалось разговаривать со змеями? Ты починишь свой самолет и вернешься домой. Сегодня ночью я тоже вернусь домой, на мою планету. Ты знаешь, не приходи сюда сегодня. Видишь ли, тебе покажется, что мне больно и что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо. Понимаешь, твоя планета слишком большая, а мое тело слишком тяжелое, и я не смогу взять его с собой. Но так даже лучше. Ну вот и все, мой друг, мне надо дальше. Я на заре уйду от нашего костра. Я очень дорожу нежданной встречей нашей, и в сердце уношу твой дар, но мне пора. Жди.
ждет каждого из нас. Свой путь, своя дорога, не ведает никто, куда ведет она. Возможно, цель ее вернуть к тому порогу, с которого она когда-то убила. Там очень далеко моя звезда, планета, мой домик, мой родник, и роза, мой цветок. Они зовут меня, я за нее в ответе. Я должен защитить ее от всех невзгод. По-видимому, жизнь не хитрый тест на щедрость, способность удивляться, влюбляться и дарить всем душам данный шанс преодолеть ущербность, подняться выше над и снова дальше нашей, и в сердце уношу твой дар. Я не один. Первые три года я летал в Африку, все старался найти тот родник, который напоил нас, ведь поутру я и не нашел тело, не таким уж оно оказалось и тяжелым. А потом понял, что искать надо не в Африке, а в себе. Там внутри этот родник по-прежнему жив, и около него я встречаюсь с маленьким принцем. А по ночам я люблю слушать звезды. Они словно миллион маленьких колокольчиков, ожидающих прикосновения моего взгляда. Но вот что меня беспокоит. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. И теперь думаю, а вдруг барашек вырвался на свободу и съел розу? И тогда все звезды, колокольчики плачут. Но нет. Нет, я говорю себе, маленький принц хорошо смотрит за барашком, а барашек вовсе не собирается есть розу. И тогда все звезды, колокольчики смеются, а у меня легко и спокойно на душе. Вам, кто полюбил маленького принца так же, как и я, вам, кто способен разглядеть барашка сквозь стенки нарисованного ящика, вам, кто еще не успел повзрослеть безвозвратно, мы посвящаем наш спектакль.